2022 – это год старта нашей передачи. Мы в эфире месяц, но вы, дорогие зрители, стали для нас уже родными. Помимо нас, ведущих, есть еще множество людей, которые создают «Утро доброе» за кадром. Хотели бы поблагодарить всех и пожелать мирного неба, успехов во всех начинаниях, процветания и увеличения благосостояния. Спасибо за ваш труд.